Пошла. Пошла, пошла. Атакует. Летит. Она боится палки, похоже, все-таки. Женя там забирает птенца. Сандра, атака, атака! Летит! По-моему, это ее любимчик. Ну или она перестала бояться. А он сигналит, да? Здесь, сова там. Летит? Куда она летит? В сторону. Красотка. А совенок отправился на окольцевание. Трудно снимать в одну сторону, смотреть в другую. В этот раз тебе не досталось, да? Но страх натерпел. А Таня там нашла еще, говорит, один или два советники. У нее трудности с альпинистскими приемами. Что-то там тут. Веревки как-то осложненные. Да. Что, палка сломалась? А, вылезли? Уже три совенка здесь на кольцевании. Сова наблюдает, иногда атакует. Советники еще вроде бы кто-то есть. Выше вставать вдруг я не буду. Атакует, атакует! А совенок в руках у Жени. Не приходится наблюдать постоянно за собой, когда она начнет слетать, атаковать. Внимание!
А на меня ты что смотришь? Я не брал твоих совет. Атака! Что, Тань, по голове попала? Ну, тебя она решила крестить тут неоднократно. За спиной у тебя? Не совсем. Вот, на березе. Ну да, ты воскипил, это уже хорошо. Места знать надо, да? Триллер буквально. Летит! Таня! Таня! Мазила, давай! Иди в жопу, а! Так, плеча, поднимать, мешок. Как в четвертой сектории было?